Автор семи принципов сжигания жира, доктор Эрик Берг. В книге доктора Берга «Семь принципов сжигания жира» рассказывается об этом. Доктор Берг считает, между телосложением и проблемами со здоровьем есть связь. Сегодня у нас в гостях доктор Эрик Берг. Мы сжигаем 900 калорий, но при этом не худеем. Следующий ингредиент – мой любимый лимонный сок. Это органический лимонный сок. Кетоны – это побочный продукт жирового обмена. Сколько же детей на вечеринках и в школе пьют яблочный сок и думают, что он полезнее газировки? В перерыве вы говорили, что можно худеть во время сна. Я должен это услышать. Как это работает? Правда ли это? Мне выписали диету, я ее начала. Я похудела, стала лучше выглядеть, стала стройнее, энергичнее, улучшила самочувствие. Углеводы, хлеб, макароны, алкоголь. Это можно быстро убрать и вернуться в нормальный диапазон. Целью становится стать здоровым, и диета подбирается под конкретный тип тела. Не нужно сажать всех на одну диету, поскольку это не работает. Дефицит йода может вызываться как прямыми, так и косвенными причинами. Очень важно восстанавливаться после тренировок. В противном случае тренировку лучше даже не начинать. Мое стремление, моя миссия, моя цель — помочь людям узнать простые факты о здоровье, чтобы они могли создать более здоровое тело.